Завершает наш выпуск традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». Вот о чем расскажут журналисты печатного издания. Когда Мурманск станет городом света и на какие проекты городской модернизации смогут лично повлиять жители областного центра. В двух домах на улице Ломоносова сосульки спустились до первого этажа. Какие еще сюрпризы подбросила погода мурманским коммунальщикам?